Хочу сейчас спеть. Я сначала спел Саша Серов, Александр Серов, вот, затем Сергей Мазаев, затем много-много народу пело эту песню. Главное, что в караоке любят мужчины признаваться женщинам в любви с помощью этой песни. Это очень, очень существенно. Поэтому просто как автор этого стихотворения с удовольствием спою эту песню для вас. Я люблю тебя до слез. Я так счастлив не был.